Берем все темную. Так, танки вы уже разобрались. Отлично. Погнали. Все готовы, пульте. Пульте, пульте, пульте. Пульте. Вперед! Орлы. Способность 5 секунд. А я не пойму, Джао, что в танке? Мотум, дай БР, помогу. Блять, да у меня нет фреймов, короче, нахуй. Потом дамка. Понимаю. Сейчас способность, готовимся. Стоим, бьем. В принципе, Алиса зарыла. Ты получал баф на ДПС? Спецспособность последняя. Брешься. Сменили все сферу. Все светлую. И бьем квадратик. Теперь получи. Что? Получил баф. Если еще сдохну, вы будете виноваты. Вы открыли этот ебучий портал. Суки. Я тупо под кошем вышла сейчас. Да пофиг всем. Сука, сейчас. О, ткань, хорош, меткость. Ролим все, умоляю. Просто день вой, да? Я распылить лежала. На сову остановил. Надо на какую сову, сука? На танк ролю, на кожаного. Блять, наруч, умоляю. Кто их выиграет, кто станет моим рабом. Нет, нет, точнее, я стану его рабом. Кто мой господин сегодня? Где это наруч? У кого? У скальпера. А где этот скальпер? Скальпер, ты где? Дай, умоляю, наручи. Сейчас напишу ему в ПМ. Умоляет, сука. Боевой, блядь. У него наручи с дыркой. Он эти не дает. Вот попрошайка. У нас тут еще... Я ему линкнул синий. 200-го. Я на него наполю, если что. Он мне что-то написал, там английские буквы NH. Трейтон написал. Хорош, брат. Просто лучший. Просто спас. Я ей напулю, он тебе говорит. Сука, не напуливай на него. Она не напулит, давай сюда. Ты не напулю, я это сказал тебе, если ты не отдашь. Типа угрозы, понял. Да блин, ты что, не хочешь мне отдать наруч? Скальпер, давай наруч. А то тебя запулит рейд. Пожалуйста, брат. Если не отдашь, я на тебя напулю. А что ты отменяешь? Что случилось?
Империю, на которой вы так пихтуете. Короче, с нового места зашел, сейчас смотри, подтвержу в личном кабинете, что это действительно я и тебя отдам, ну, после рейда. А ты кто, ты скальпер? Да. Он пишет, типа, короче, типа, подозрительного места вошли, типа, и, короче, подтвердите, потом можете передать. Я понял. Только не кидай меня на наручи, у меня меткости всего лишь 51, представляешь, я промахиваюсь часто. Блин, ребята... Унитаз? Ребята? А кто сделает камни по 20 на меткость, я хоть ставлю. Какой пеналки. Ты при быстром старте хила, что ли, выбрал вместо ШП? А что я не помню, меткость? По-моему, ШП я выбрал. Не должно такого быть, чтобы вообще не было меткости, если бы ты выбрал ШП. А я не помню уже. Не, я ШП выбрал. Видишь, там какие тринки на крит. Вот это, видишь? Ну, почему-то... Ну, ты понял, когда там ноль меткости на... Ноль меткости, прикинь. Ну там нубы какие-то сборку делали. Если бы я за это отвечал, было бы все в шкале. Короче, Хант Новодвинкс, ну вы поняли, будет сферы разбивать. Сложный ник, очень сделайте такие ники, пожалуйста, выпилить невозможно. Вот. Так, на боссе этот танкодро, на трэше Паладин и Дрованя. Куда? Зачем два танка на трэш? Здорово. Может один по танке. Может один. Но если вы сдохнете, я вас отпущу. Давай, ДБМ пул, давай. Только нет, да, нету. Не дергай. Отшлепать можно, дергать нельзя, понимаешь? Хорошо. Ты ДБМа нет? Здесь на ХЗ как на хуй не сделать. Там лапу просит. Лапу бахните у Матума. Че, тебе ответственный за бафы? Разбили сферу. Да. На ладвин все сферы разбивай. Вылезли жуки. Все бьют жуков. Два танка, танчит пан, почему? Налет. Жуки. Все бьют жуков. Одного забери жука. Вы хоть разойдитесь весь рейд на одном лету, но... Фер, ты рак. Бойт. Чё? А ты чё, блядь, не можешь купить одну триню за 200 ОД, а вторую выфермить с худовара, что сука, ли? Сука, какое ОД? У меня его ноль. Так вот сходи сейчас на худовара один раз, полутай 300 блядь, ОД, что блядь. Что тебе надо, сучий глаз? Кто такой худовар? Алло, худой вар. Арирона тоже рак. Что вы делаете? О, да, по гороскопу рак. Так что похуй. Сочувствую. Я тоже по гороскопу рак.
Заметно. Ну, поняли. А я баран. Миша забирает на... Жуков на лед поставьте, алё. Степан умрет, вы что делаете? Ладно, БР у Матума. Я найдешь не... его? Бедный пан. На лед его поставь, он накрылся. Кулак плоди. Мы сейчас переведем, походу. Лучше перевести. 3%. 2. Теперь жку. Пауков добили. Пауков добейте. Давай Геру. Геру, кто-нибудь. Что у вас? Мак. Мак молодец, что напомнил. Хант, выстрел держи, который срезает хил постоянно прицельно. Зайду. Вот где клятва, сука, воет, скажи мне нахуй. Я вижу плащ. О, не плащ, а наруч вижу. Умоляю, прист, скальпик, не роли их. Хотя бы эти. Но с меткостью мне тоже надо. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные. Блин, помолимся, Господи. Летим на Никсию. Заберет эти наручи, наручники пепельного святого. Где полиарм, сука? Изи. Носову. Заебал. Сука. Ну если ты с Джавой поговоришь, он мне плащ отдаст, я тебе забаду. Сидите в пизду. Кто там полиарм хотел? Играется. Не, это топор был. Блядь, сейчас я Ирелла просто заберу у Шарпиступа и буду шмот себе забирать. И поставь лут, и не давай, они нажимают кубик, сука, на мой шмот. Ёбаный. На мой шмот. Офигеть, чё у нас так мало? Говно. Да я тебе дам эти запады, чё? Я тут в 200-м в синем шмоте бегаю. Какие-то пидоревилы. Только попробуйте не отдать мне шмотку нахуй на кота. Я вас говном съем. Я на крестик нажимаю, как нормальный пацан, на все шмотки, которые не могу носить. Ну, на а мои... я ролю все шмотки, валя. На мои будешь кубик нажимать. Я не пидор. Взять, ему гору лететь надо. У меня полеток нет, прикиньте, да. Вот просто сижу в Долоране, что пока меня присмонят. Идеально. Нифига не скучно. После Ика, блядь, людей ливнуло нахуй. Не достаю слишком далеко. Сейчас на он никто не придет.
А чулан был на викликах? Ты не бери 232-х рок всяких. Ну, блядь, ты думаешь, много людей наплетают всяких? Ну, что, даже это набирать, он вайпнулся несколько раз из-за нехватки ДПС. Ну, там персы вроде нет, в принципе. Какая нехватка ДПСа. Вот вообще, ну, там... хил и шрец 213-й. Я ж ничего не говорю. Но он из гильдии нашей. У нас есть у кого-то из хилов ДД спек? Не, хил эрдроп пишет. Бери, он не лишним будет. На Никсе очень важно на последней фазе захиливать рейд хорошенько хотами. Ну, с такими людьми я даже разговаривать не хочу. Ну, задонатили себе шмотки, а... в актуальном шмоте убить этого босса и забрать эту шмотку у вас никогда не получится. Даже не хочу разговаривать на эту тему. Чулан был, вроде два виклика же было. Ну, блядь, смотря на такой рейд, даже если мы убьем Аниксию, то не знаю, что будет на Груле и Магике. Там еще проще всего, Аниксия сложнее всего. Да, Аниксия самая сложная. У меня одного из классов нету персы. Там просто надо правильно делать все, правильно стоять, тотем антифира поставить, у нас один шаман есть. Ну мы с тобой точно на кубиках, нахуй. Да. Ну, не сдохнуть на взлетной фазе очень легко, а вот на последней фазе самое сложное начинается. Там нужно какие-то прожимки прожимать, захотывать хорошенько рейд, давать всякие сакры. Там должны хоты висеть, у два друида там вообще будут плюсом. Я, скорее всего, даже в холике буду, чтобы сейвить рейд. Тебе нравится, что после быстрого старта у тебя сразу двойная специализация и... Да, это круто. Циркулевский аккаунт с бисовым персом стоит меньше, чем быстрый старт на Сириусе. Ну, без скидок вроде 2000 быстрый старт. Да. А что там быстрый старт дает, кроме 80-го левела? 200 левел, 2 профы. И все. 3 дополнительные профы на 450. Винты, рыбная лодка. Блин, мне одни 230-е пишут. Вот что делать? Брать. Шип 235, Симон 230. РДД-шника бери. РДД-шника бери. РДД бери. Они нужны сейчас. Все. А где царь? Он хотел долгонога купить, он как раз на Черном Ауке за 70. Войд, тебе там скальпер хочет отдать наручи. Смоньте всех там у камня. Сначала Лока, King Life или Экзекьютора, или Загребущего. Зайдете в Инс, поставите шкаф и всех остальных присмоните. А потом смоните меня. Зачем это этому царю? Шопа же помойка. Мотума, ты чё, убираешь? Ты чё, на приколе, блядь? Если ты будешь её отслеживать, ты можешь под стак долгонога давать или всепожирающую чуму, или... Ёбнулся? А, ну ты хотя да, точно, на доту же, точно. Ты прав. Бистриня для РДД.
Но больше всего она нравится мне на Аркан Маги. Он просто стрелы кастует там уже сразу 2 или 3 стака. Я думал, на Файер Маге годно какую-нибудь огненную глыбу запустить. Ну, какой-нибудь Турбо может себе позволить Долгонога, потому что у него и так крита 97%, он дохуя не потеряет, если ТБЛ уберет. Чё там, сумоните? Нет, сумоните, блять, Рогу пиздатого. Какого Рогу в рейте? Давайте, Локи, хватит сумонить на камне. Заходим в рейд и сумоним всех там. Валенсия, ты в Дискорде? Вы в инсте уже, да? Ты неправильно написал. А, все правильно, извиняюсь. Я ответил этому. Да, 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 все правильно. Лео жду возле входа. Он мимо пробежал, видать, наручень. Нужно... Я забежал в институт. В институте, да, уже. Блять, опять такая же херня, что-то я не знаю, сейчас еще раз зайду в аккаунт, подтвержу. Так. Кого? Нет, где Сунти? Все уже, можно бежать. А что ты там мне дашь наручи эти с духом хотя бы, коли как пристас? А меня только присумонили, кинь трейд я дам. Фагры сразу всех. Заходим все в рейд. Новодвинск, второй хан и Эрдру Бракс. Зайдите в рейд. Ну, сведите, мобо, ну, боже мой. Заливайте этих здесь. Сейчас дам метки на танк. Квадрат. Метка. Харпистул. У меня тут проблема одна есть. Что? У меня плечо болит. Что чувствую? Целуй, чтобы не болело. Я тебя ты кураешь? Сейду кикнул. В смысле? Это не смешные шутки. Танкодрот, ты бьешь или чем?
Так, танк, который танчит босса, на взлетке танчит больших, паладин танчит мелких. Ой, танк, который танчит мелких, а паладин больших. Только паладина больше нет. В смысле? Он что, один, что ли, танчит? Да. Есть джава. Весело, но сейчас танчил пан, блин. Потому что, ну, 17к я, ну, никак не могу без напула. Все роги, все ханты напуливаем на квадрат, на танкодру, Мишка. Идем без рыбки, нахер эту рыбку. Ну да, на Аниксе, на сложном боссе. Бля. И не роняйте медведя, тут единственный танк, пожалуйста. Чек на пул. Валенсия, на третьей фазе ставишь под босса тотем Тремора. Ясно? Кулак, дайте кудрю. Все, молодец. Кулак друидом. Блядь, сколько у нас паладинов в рейде? Три. Три. Кулака нет. Пуль. Мишка. Не видишь ДБМ? Вот что хилит. Вау. Войт лучший. Супер мало ДПСа. Я забыл, как дух кидать. На букву. Ну, в смысле. Забыл. Вносишь на кнопочку, жмешь на кнопочку. Вторая фаза, все милишники бьют трэш, все РДДшники бьют Аниксию. Танк один, да? Танк один, пожалуйста. Мишка, все напуливаем в танкодру. Ханты тоже напуливаем. Я буду напуливать мелких, а остальные больших напуливать. Тупая дракониха летает по инсту. Давай Геру. Шаман Геру. Рост, Булдласт, Шаман. Молодец. Алиса донапуливалась. Ага. Дыхание сейчас будет. Отбежали. Ничего, нет дыхания. Будет. Есть дыхание. Во. По центру. Так, Кентил, Джованни и рисунок Раки. Ноль ДПС по боссу, вообще жесть. Рисунок вроде как хил. Раки, потому что они умерли. Верно, лучше я рисунка. Потому что он эрдруф.
дам ему ин. Сведите ебаных там драконов нахуй, на ловушке стоите. Загребущий, ты не можешь подойти с мобами сюда? Дыхание. Я сейчас задохну, как последний рак. Наискосок. Рисунок опять рак. Мировингин тоже. Иди лови босса. Третья фаза. Лови босса. Тотем моба, помогите. Тремор, тотем, шаман. Доливаем этих бобов. Этим эфир по танку. И захильте танка. Трэш заливаем, все в трэш. Сейчас звезда будет от книги. Еще пиздец. Друбекс, дай БР по рисунку. Скальпер антифир на танк ветру дай. Рисунок БР есть? Нет, у него. Доход и рейд. ТЦ не пойдите, щиты тоже помогают. Ебать. Смерть. У тебя был берсерк танка друг, чтоб победить? Не поддал. Ну так, для справки, здесь надо ставить единственное шамана в пати к танку. Это без вариантов. И если давать по очереди на танк антифир. Ну ничего страшного. Ох, трехчасовой виклик. То, что я люблю. То, что ты любишь, а у танка дру нет в паде шамана. Тоже очень. Это я забыл, сорян. Я хилан кинул шаман. А хилы какие-то нубы у нас. Чтобы на рисунок. Два раза упасть в дыхание. Как так я оказался на втором месте? Я же вообще бомж. Там что, ни холипала, ни ршама нет? Так, нет. Короче. Первый антифир дает на танкадру шарпе стоп. Потом войд. Потом диспосита. Потом скальпер. Потом фирвард. Хуеть у нас престов, конечно. Кто ливает, тот пидор. Это по факту. Сейчас с тотемами трепета, может, убьем. Если от дыхания еще будут люди отходить на хилах. Все убивается. Ну, надо шамана переместить в группу, где находятся танки. А, или танк. Я уже все сделал. А танк один, да? Да. Я поставил рыбу, ешьте рыбу. Рыба стоит. Секундочку. Вот, в месяце. Сука.
Я писать не умею. Ну, ты добираешься 25-го, да? Да. Сейчас минуту отойду туда. Лок, King Life. Ты есть в Дискорде? Кулаки! Есть. Дай СС по рисунку. Эрдру рисунок. ШП-265. Давай. Еще один антифир, блять. Ставим шкаф. Быстренько шкаф Локи. Паладины, не спим. Кулак дайте. Кулак под друидом. Кто кулаки вообще раздает? Кто из паладинов не бафал ничего? Валенсия Д, она в пати с хилами, потому что она единственный шаман, который ставит тотем трепета. Кто? Чё из паладинов бафы? Напишите, кто каски бафал. Кто бафает каски? Меня слышно? Слышно. У меня первый. Джованни еще бафает. Джованни, бафай каски всем. Джованни, каски всем бафай. Бан раздал уже каски всем. А чё он последний раздал каски? И просит каску. Блять, шарпи, меня слышно. Ты сказал, что бафает, люди. Я сказал, каску бафаю, блядь. Джованни, есть МП5, есть каска. Дайте кулака. У меня щиповонный шапот. Дай, у меня наоборот МП5 нету. Короче, разбафайтесь, пожалуйста. Установи полипавер, Джованни. Я не готов, нахуй. Я вижу тоже на себе каску и крест. Кто не дал кулак, блядь? Что за паладин? Ну, паладин всего 200-й два. Друид может побить без кулака. Слышно? Слышно. Джованни вылетел, алло. Говорю, у меня интернет пропал, я через телефон зашел. Ну что нам с тобой делать? Танк уже спонил. Ну правильно, я дал ДБМ, потому что... Ада взлили. Хочешь увидеть полет кота? Сука, сейчас добегу. Летал нахуй. Геру. Шаман Геру. На пулы. На пулю на танка Дру. На квадратик ханты Роги. Молк лежит большой. Я
вторую ауру сделайте на третью. На Локи, блядь, миллион мобов, он еле кастует, нахуй. Нахуй вот эта аура воздаяния здесь, пан. Да, Питер какой-то поставил. Пан, прием. Иди нахуй, это моя аура, что ли, блядь? Питер ебаный, блядь. Хорош. Сейчас будет дыхание. Отбежали все. Блядь, где оно, где? Нет, горизонтально. По центру. Без стола, пизда. Ага, извиняйся. Не выжили. Я не слышу извинений. Прости. Кышка огненной сестры. Прости меня, господин. Да не ты. Тут тоже может. Ну ты намочивку достал. Хули толк с твоей тучки. Мне кажется, надо двух больших мобов бить. Мне тоже так кажется. На пулы мелких. Ё-моё. Меня маленький бьёт. Сука. Дай фер по нему. Когда они все дышат, скажите, пожалуйста. Скоро. Давай, Алиса, твой выход. Блин, что в смысле? Смотри, куда. Будешь говорить, когда он дышит. А. По диагонали будет. Вон она в угол прилетела. Ебать, а чё косты не сбиваем? Дыхание, дышит. Полили оттуда нахер. Берега. Я сейчас сдохну. Я выжил. Крышка огненная звезда отошли. Бедный лорд, просто он без ауры вообще не может кастовать. Кого поднять, Пала или Чипового? Пала. Пана. Три моба нахуй, умелик. Скоро третья фаза. Третья фаза, лови. Отойдите от мобов, умелики, вспышка. Я тебе ускорение дам. Слейте всех мобов, прошу вас. РДД все свичнулись в мобов. Поверните Аниксию. Сейчас же дыхнет. Тотем ставь. Идите. От моба. Друиды, поднимите хило, пожалуйста. Антифир по кадру дайте кто-нибудь. Скальпер, дай антифир по танкадру. Сейчас я дам, короче. Дал антифир. Один. Алиса умерла от дыхания. Я моба убивала. Сейчас ДЦ, короче, АФКшит нахуй. Я слил БР, никуда. Хуй ничего. Почему придет, наверное? Кто еще не давал антифир плюс в чат, пожалуйста? Кто-нибудь из шипов, да? Из шипы. Эконда. Так, фирвар, да, антифир. Спаси, это дается антифир. Да ты там трепета стоит, блядь, ты что, не видишь лапы босса? Какой нахуй антифир тебе? Ну все равно на пару секунд фиряет. Но если шаман не обновит, то еще капец. Держи лучше берсерка на крайний случай, нахуй. Он съел его уже. Ну, зря что ты его съедает. Я на первый эфир отдавал его. А тебя антифир висел здорово.
Привет. Чё делаю? Убиваю. Кто идёт на грулу магика, не ливайте. Поэт, Дефендер или Спиритус. Есть гимноману у крестов у кого-то, читайте. Невмерла. Хорош. Кубик, кубик, Спиритус, сожми на шматочке слов. Ой, бля. О, нет. Ой. Читаю гимн на хп. Добивайте её. Читаю на хп. Стоит, ага. Читаю на хп просто как топ. 400 тысяч, добивайте. Листы, вас откатили. Во, молодец, кинул. И вот сейчас бы был у тебя берсерк, и ты бы спас ситуацию, понимаешь? Ну, хорош. Молодцы. Мост резать. Блять, смотри, башка на сову нахуй. Моё. Какую сову? Тканевая? Хорош. Нет, там кожаная. Она и на хила пойдёт так же. Ой, а у меня ролла нет, сейчас напишу ролл. А, Уматума, урод. Гадяй. Ума, дай мне сумку на 22 слота, а, ну хотя можно и не давать. Надо. Уматума, на себя заберу, да? Да, давай ролл. Сюда. Бля. Я, если что, потом обменяю. Сука, ща. У нас магов еще нет. Давай, ой, там чел 96 выкинул. Все, давай. Сумочки есть ОД? С этой сумки есть ОД? С мешочка самоцветов ОД есть? Не знаю. Я лут могу отдать, а нет, нету. Он камни только. Голову вроде. Подожди. Блять, сейчас. Напиши уже ролл, давай, вот. Голову я выиграл, нахуй, 70. Смотри, всё, смотри, 115 кинул, да, давай. Я Уматуме отдал, если он тебе отдаст. Жопошник. Сука. Кольчужная голова. Говорит, роль мой шмот, я ролю его шмот, а он мне не отдает голову. Сука. Отдаю себе. Это вообще что, нахуй? Это для кого? Летим на грулях. Хорош. Ну и корону, конечно же, кину ролл. Уже... На, нахуй, 69. Иси, башка. Ханты! Кто хочет жилу взрослого черного дракона? Чат. Хеллбаунс, Мировингин. Кто первый напишет? Чё, голову кто выиграл? Какой-то негодяй. Я тебе дал ответственность за добычу. Забирай, забирай. Напиши плюс в чат, когда забрал. А мага не было, да, с порталом? Придется порталаться самому. Так, пан, сейчас дам ассиста. Забрал хант. Нет лута, а у меня он висит. Хеллбаунс, у тебя есть лут? В Аниксе есть что-нибудь? Игру магии попроще добавить. Про товар 232. Мне нет лута. Странно, у меня есть. Ну и ладно, останетесь без языка. Или как-то ленточка какая-то. А чё первое? Ты не можешь её передавать? Я если тыкну на неё, то она мне отдастся сразу. Если я ПКМ тыкну, то она мне сразу отдаёт. Так, груль или маги первый? Груль. Давайте на груля. Груль. Магик ближе. Пойдёмте на магик.
Магик. Потом на груля. Магик некрасивый, груль красивый босс. Пойдем на груля. Всем спасибо, у меня КД просто. Да, давайте, ливайте все около КД на груля магика. Ну, или на магика. На груля, блядь, все, отстаньте. А вы к ней пойдете потом, нет? Мы уже ходили. Окей. Нормально похилил на втором месте, ХПС круто. Ой, давай это и этот тоже похилишь. Да, тут нечего хилить. Там ДЦ справится с двумя дрейдами. Нет, там такой ХПС, что вообще жесть. У меня хп так мало. Блять, почему не пишут РТД и не пишут ЛВЦ, ебаля. Да, а тут уже кого угодно. Пофиг вообще. Да, вообще всех бери. Ну, 232-го танка взять, не? Танка? Зачем нам танк? Нам не нужен танк. А чё, мне 205 солянового будет танчить? А, пан, ты можешь спекнуться на... Королей. Да. Все. Пантом. Да ладно. Есть такая фраза «пан» или «пропал». Знаешь такую фразу? Не слышал ни разу. Ну, теперь слышал. Сам придумал. У меня есть такая фраза. На какой планете живешь, ну? Чё, Войт не будешь хилить? Да не. Или чё, они не захилят, что ли? О, рисунок покидает рейдовую группу. Так у меня же КД, я говорил. А, ну, тогда хорошо. Тогда никаких вопросов. Давай, удачи тебе. Выучу тактику на Никсию и не умирает дыхание. Спасибо, пацаны. Блин, он такой милый, господи. Сколько лести от Алисы. Блин, он так мило сказал, господи. Лаут это Арпал? Да. Сейчас еще с магика надо, короче, квест сролить тоже на колечко, и будет вообще заебись. Пошел ты в жопу. Так, лох, лох, лох. Сролить ему надо. Давай не будем, я тебе шмотку и так отдал. Ну все, больше, у нас есть? Больше такого не повторится. Нет. Негодяй. Все пиздит, чешки, зовы, блядь, еще и головы пиздит. Просто создаёт чаров, чтоб пиздить мои шмотки. Гадяй. Да, на, кстати, на них написано было Void Spirit, просто да. Я решил не отдать. Видел? О, стоим на шкафе. Чё, принял пасси, потом увидел наш рейд или внука. И пошёл он в жопу. Наверное, Вайда увидел. Скальпер, у тебя есть хэприст? У нас кто это? Ты кого добрал? Кота или сову? Одиля. Сова. Ну и сейчас на грула. Есть, короче, есть слово идиллия, а у нее одилия. Сложно. Вот это да, вау. Ну и что? Ну это то самое, что заебала и Изабелла. Цикабелла, нахуй. Ну, то самое, блядь. С магика кольцо, он... ой, блядь, квест анрол, напиши, пожалуйста. Не-не-не, не пиши. Пуги хоть на меня паролят. Если хочу плечи пистовские, я нормально забрать. У меня осталась одна штучка, чтобы хилить.
О, у нас есть Деспасита, хил, отлично. Я хочу познакомить человека с классиком, с классическими произведениями. Почитай, погугли «Лебединое озеро». Это кому? Дай угадаю, это ты мне говоришь. Наверное, я не знаю. Да это он мне говорит. Я тут вообще быдло конченое. Еще забыла хрюкнуть в конце. Хрюкнуть. Обязательно хрюкнуть надо. Танкадру, ты здесь? Да. Все. А вот этот чип вон и это холипал, ты кинь его в пятую. Он холипал? Он возмездие вообще-то. Он ретрик. Он вроде хилил. У него есть спек холипала. У тебя есть холипал, чиповонный? Будет нормально, хил. Так он и был холипалом, только он немножко это. Странноватый чел. Это, если что, ретрик. Во-первых, он частицу не кидал фейки, во-вторых, он ауру воздаяния включил на Аниксии, когда лок не мог скастовать нахуй, не мог третью ауру поставить. Такой интересный молодой человек на холипале. Ну, хоть какой-то хил, знаешь. Дарование, стой, стой, иди обратно, дарование, 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 обратно. Ты не в дискорде, понятно. Тыкни тебе, кто... скальпер, тыкни. Скальпер. Оп, задний ход включил. Джованни, сука, мой плащ забрал с хилой на кота и съебался. А чё-то я не засумонил. Прикинь, котов сакетят в силу на пулбище. Ну это, если что, это бисов котов сакетит. Нет, это и если... навряд ли... Когда у тебя 75% крита у тебя есть, их сакетят в силу. Не обязательно бисовых, блядь, 75% крита можно в 250. Ну, а вряд ли тебе пригодится 245-й плащ. Я тебе объясняю, что этот плащ все равно бы подошел, как ни крути. Ты не наберешь ты 75 в 250-м никак. Наберу с силками, с випками вот этими вот. Удачи. Спасибо. Мне кажется, она не верит в твой успех. Вообще метки расставлю. У нас один танк. Два. Пан еще в танк. Если не верит, пусть нахуй уверует в это. А это кто? Что за прист? Шпа. Угу. Ебать, воет, у меня уже 4 колоды. Сейчас я ветки расставлю, подожди. Локи, шкаф ставим. Воет. Угу. Тыкните на шкаф. Хилом, чиповон на хилом, холипалом. Бля, Войд, купи треню за 200 УД, ради бога. Будь хоть немного профитным в этом рейде. Нет, не хочу.